Ну, с одеждой у меня просто. Я вообще одежду в магазинах покупаю там раз в 5-10 лет. Когда нынешняя приходит в ветхость, я покупаю такую же. Вот. Я в этом смысле плохой потребитель. Но вообще говоря, меня пугает ситуация, потому что я чувствую, что цены лезут, зарплата не растет. И я не чувствую совершенно никакой уверенности в завтрашнем дне. Я чувствую себя сейчас примерно так же, как я чувствовал себя в 96-м году. Вот это на самом деле страшное ощущение. Это означает, что все то, что нам подарила эпоха Путина, все то, за что я его искренне полюбил и голосовал за него, теперь это все исчезло. Конечно, сейчас запас прочности совершенно другой. И сейчас можно дольше ужасаться этой ситуацией, но как-то не чувствовать ее на себе. Вот. Но я не вижу никаких действий, которые бы предпринимались для того, чтобы эта ситуация была разрешена. Увы. Я их не вижу уже больше года. Я их ждал еще в январе прошлого года.